Я вспоминаю многолетнюю свою работу на ленинградском телевидении, где существовала, я считаю, что одна из лучших студий, детско-юношеских студий драматических всего Советского Союза, где снимались замечательные фильмы, замечательные сказки. И вот ваш покорный слуга был тогда, назывался на телевидении «Солдат Иван Варежкин». Мы снимали массу сказок. У меня была передача «Ответы на письма». Письма приходили мешками со всего Советского Союза, а позже уже и из-за рубежа. И вообще я вот сейчас обрадовался, узнав, что открывается, а люди хотят сделать детский канал. Потому что это, я считаю, дело святое. Делать передачи для детей. Вот. И я желаю этим творческим личностям, людям, которых я глубоко уважаю, успехов в этом начинании, чтобы все у них было хорошо, чтобы их понимали, чтобы они были благополучны и здоровы, потому что для создания такой, хоть и детской редакции, требуется очень много здоровья, поверьте мне.